Девчонки, готовим десерт к чаю. У меня есть вот такое слоеное тесто, слоеное дрожжевое. Так, я его оттаяла. Теперь раскатываем. Раскатывать нужно в одном направлении. Так, по крайней мере, говорится в инструкции. Ну, я и поперек тоже раскатывала. Ну, как говорится, так и будем делать, да? Ну, может быть, если чуть-чуть только. Девочки, вы пользуетесь такими этими замороженными полуфабрикатами? Пиццу печете, наверное, да? Я просто смотрю, там пиццу можно с нее печь. Так, зарядка уже заканчивается. Слоеное тесто нужно в одном направлении раскатывать. Так написано, по крайней мере. Так и хочется мне вот так раскатать. Думаю, хватит. Так, вот так разделю, да, и вот так вот. Смотри. Девчонки, я еще раскатала их побольше. Ну, мне ж не на выставку, да? Не знаю. Теперь берем, пополам складываем вот так вот. Вот так, я уже разрезала. Так, вот так вот сложить надо. И надрезать. Не до конца. Вот здесь вот не до... Видно, да? Вот так вот. Вот такой получается конвертик. Еще раз показываю. Сворачиваем пополам и так. И вот здесь вот не до конца здесь отрезаем. Вот так и делаю. Так, и последний тоже так же. Сюда и сюда. Так, теперь кладем начинку. Сгущенное молоко. Вареное. И одну на одну сторону переворачиваем. Другую на другую переворачиваем, так слегка закрепляем. Вот такие получаются. Так, делю я ее на три части. Так.
здесь промочить надо. Девочки, смотрите, что делаю. Значит, я беру, так, вот половинку беру и прорезаю такой вырубкой специально. Раскрыть надо их. Начинку ложу на одну сторону. Девчонки, смазала водой вот здесь вот по периметру, да, и сверху накрываю. Так вот, вот этот край можно подогнуть туда. Должно прилипнуть. Так, и кладу форму. Это тоже сейчас я исправлю. Водичкой промазать надо. И накрывать сверху. Чуть-чуть на себя здесь сделайте побольше, чтобы подогнуть. Ну, просто чтобы красиво смотрелось. Так. Вот так вот. Ну. Все, и кладем на формочку, которую будем выпекать. Раскрываем всю ее. Сейчас сразу смажу. Начинку можно любую использовать. Я так думаю, что здесь можно использовать и сладкую начинку, и не сладкую начинку. Без разницы. Так, и сверху накрываем. Чуть-чуть побольше накрываем. Это туда, под низ. Все. Духовка у меня включена. Духовку, девчонки, смотрите по своей духовке. Я уже не говорю, какая температура. На моей старой было... Ну, так, ну, 190-200. Вот это была норма. А здесь я никак не приловчусь к ней, как говорится. Так, теперь я должна взять яйцо и разболтать его и сверху смазать. Девчонки, смотрите, вот что у меня. Видно, да? Поднимаются они уже. Такие симпатичные становятся. Кстати, температура, смотрите. Ух, чуть я аж передвинула. Вот так вот. 280-280-300. Ну вот, смотрите, что бывает. Вот. Вот такие вот слоеночки мои получается. Девчонки, вот вторую сковородку противень вторую закладываю. Первая уже готова. Закрываю. Девчонки, вот получились у меня такие слоечки, не знаю, короче. Ну, вкусненькие, мои оценили. Первые те спеклись, вот эти вот горячие только сейчас положила. Вот. Все. Всем приятного аппетита!
Спасибо за лайки. И пока-пока.